Все, у нас сборы. Выезжаем на Кёлт вынимать собаку. Но не поедем порожняком, там только за собакой. Еще оставимся там на 2-3 дня, порыбачим и поохотимся. Но погоду нам опять, конечно, блин, такую зверскую. Все метет, метель такая, ветрище. Сегодня опять будем, наверное, бить дорогу, но только правда, что уже не на собаке, а поедем на буране. Куда уже проще все-таки. Ну, в общем, выезжаем. Выгружаемся. Выгружаем снегоход. Загружаемся. Сейчас ставим машину на стоянку. И вперед. Мы здесь проехали по УСУ, наверное, хитро 3. Ну, не будем дальше биться. Топливо жечь. Уже час. Машины раскантовываем. Прицеп копали он лопатой. Стоянку себе. Все, Костяна поставили. Осталось меня еще поставить. Все, вышли на озеро. Да, страшная была метелюга. Все перемело, к чертовой матери, в лесу. Даже бурашка нас еле-еле вытащил. Вчера? Когда? Когда ты приехал? Куда? Блин. Сюда-то. Все, приехали на озеро. Приехали мужикам в избу. Малость побурились опять, как всегда. Вот. Все, бурашка нас довез. Все без проблем. Сейчас чуть быстренько перекусим. Соберемся на рыбалку и поедем на другое озеро. Порыбачим. Поживем здесь пару дней, а потом уже будем собаку все вытаскивать. Ох ты, нифига себе, сука, воды. Столько не было воды, нифига. Приехали на место. После трех дней две сработки. Остальные жерлицы занесло все снегом. Вон едва-едва их видно. Рыба есть. Даже рыба есть. Мелкая что. Грамм 800. Жерлицы были брошены. Теперь вот. Вот такая щучка. Съедобная. Костя, смотри. Так она же не сработала. Как нет, там мы приехали, флаг торчит, и вон еще один флаг торчит, ты че? Еще одна сработка. Все замело, даже катушки не видно. Полная размотка, да? Старые сработки, полные размотки, зацеп. Зацеп. Рыба есть? Продирается сейчас, список какой-то коряга. Зацеп, видишь? А налин-то будет? Рыба большая. Зацепилась. Ух ты, блин. Большая что? О! Путевая. Блин, налима хотелось. Ну, ну нет налима, сейчас сделаем. Ну что, это у нас здесь самая крупная получается. Смотри, как зацепилась. Уже с полторашечку где-то. Чуть-чуть зацепилась. Три дня просидела, бедолага. Четыре дня просидела, то не три получается. Так ты расскажи предусловие-то. Почему она перед ней тут просидел? Сломалась моя собака. И домой ушли пешком. Потому она 4 дня и просидела, елки-палки. Ну, живая, забрали. Все-таки да, есть у нас. Ничего не делали. Уже дойду на лови. Да, теперь приходится жерлицу искать. Спустя 3 дня, грубо говоря, полноценных. Их все позаметало. Вот визуально еще вижу, еще 3. Стоял, наверное, штук 15. Вот на какую глубину их позаметало. То есть уровень снега поднялся на, ну, 25 сантиметров точно. Фу, да. Снег и вода делают свое дело.
бедный у нас Бурашка. Он Костян гоняет, гусянку сушит, вытряхивает. Да, что-то окунь брать не желает. Но пока вот буримся, ищем и выходим. Фу. На 5 лунок, там 5-6 лунок и один горбачик. Ну такой как бы нежерцовый. Пойдет. Но что-то неактивный. Ну вот, что-то вроде тут расклевалось в одном месте. Окунь капризит. Поклевки на стоячку. Трясешь ничего, поставишь, клюнет. Окунь такой неплохой, он грамм по 200. Поклевать не хотит. Ну, в общем, худо-бедно окуней наловили. У меня такая кучка ладных горбачей. Там Витя ходит, собирает с пакетом. Тоже такая же, может, кучка. Примерно, может, больше, может, меньше. Окунь неактивный. Берет на стоячку, на трясучку так неохотно. Придавливает. Был опять обрыв мормышки одной. На балансир брать не хочет. Ну, рыба, то есть, неактивная. Да, уж. Сейчас вот не видно ничего, уже стемнело. Булькаемся в воде. Сегодня буран откапывали. Ну, полноценно 3 раза полностью. Вытаскивали. И черпака и выгребали. О, приехали в избу. Пока там печка у нас протопится, прогреется. Решили чайник скипятить по-скорому. Да, чайник по-скорому сделать на финской свече. Ну, пускай подразгорится немножко. Ну вот такие дела у нас. Я на камбузе жарю вкусную картошечку и колбаски. Сейчас еще раз сделаю дичь. Та-дам. Костя у нас притомился, пусть кимарит пока еда готовится. Видите, у нас на дровах все предели. Вот наступил день эвакуации собаки с озера. Точнее, не день, а утро. Да, погода наша северная, елки-палки. Вчера была тишина, а сегодня опять ветрище и снежище. Все засыпало за ночь. Ну ладно, ничего не поделаешь, надо народ будить. Ребята у меня еще спят. А я занимаюсь приготовлением завтрака. Ребята, подъем. Так, у нас Витька собирается на рыбалку. Сейчас пойдет на озеро. Порыбачит на большое. Сигов и щук. Ты сигов ловишь, щуки нам не нужны. Щуки у нас много. Вот, а мы выезжаем с Костей. Сейчас за собакой. Забираем лишние вещи. Собаку на озере. Я полный бак заправил. Ну, хватит нам. И все. И... Вчера хватило набивать. Бля, вот смотри. Это на озере. Ну так это на озере еще мало. Уже дорога пробита. В общем, все равно не держит. Буримся. Снег тяжелый. Погода вроде минусовая, она такая какая-то мягкая. Снег сырой.
бурашка идет один там, ну, с санками, с людьми. Цепляем собаку и не получается. Зарываемся мы, все. Надо как-то хотя бы в лес выйти. Я что думаю, может это берег? Да, погодные условия тяжелые. Собака у нас уже уехала. Костян ее тянет на лямки, на 6-метровой. Витька у нас пошел на рыбалку. А я дожидаюсь Кости. Забираю вторые санки. Блин, еще карабас остался, ё-моё. Забираем вторые санки и едем. Со мной-то он без проблем едет. А с собакой не получается нифига. Да, беда. Везде вода. Собаку дотащили до леса, где сани роются. Я поехал, возьму, наверное, доп. Бензин, доп. Масло, потому что дофига тратим. Буримся. Мы просто буримся. Ё-моё, блин. Снег сырой. Погода радует, все хорошо. Фу. Сегодня мы сушились ночью в избе, наверное, зря. Но опять сыры насквозь. Нам нужно выйти на дорогу. Ну а до нее нам осталось-то всего, наверное, не знаю, ну, километр. И все. Че, Костяк, хочешь напрямую врубить? Да. Все, мы выскочили на более-менее дорогу. Вытащились кое-как. Тут в горы поднимались через веревку. Санки внизу, снегоход наверху и долгой веревкой наверх. Вот, выбираемся. Сейчас где-то примерно через 2 километра дорога еще станет лучше. А через 5 отсюда вообще будет хорош. Автобан. Автобан, да. И там еще 17 до машины. Нет, не 17, вру. 13. Очень тепло, снег вообще тяжелый. Лишь бы топлива хватило. Ну, я думаю, хватит. Че мы там распылили 2 литра всего? Как пойдет, вот это же буран. Он может не сожрать, а может просто сожрать все. Ну, в общем, все, двигаемся потихонечку. Все нормально. Могет, Так я думал, зароешься. А залезли. Ну и все. Сейчас дальше вообще четко пойдет. Это вот было последнее препятствие такое сложное. Ну вот у нас стоят наши боливары, автомобили. Будем проливаться, да, завтра. У меня солярки, кстати, немного. Ну, у меня бензин. У тебя солярка, у меня бензин. Все, доставили мы собаку. Привезли. Сейчас ее сбрасываем и уходим обратно. Все, мы собаку довезли. Бросаем ее здесь. А завтра нам, походу, еще нужно будет другие поймать впечатления.
вот за сутки столько снега на машинах насыпало. Все, я устал. Погнал костям. Сложно рулить. Снег плотный. Дороги нет. Туда-сюда бьемся. Все, поехали. На Ушинское обратно. Снимаем все тяжелицы. Опять штормяга, пурга. Развернули снегоход. И приехали на лед. Слуз страшный. Много воды. Зароемся. Лучше мы пешком пробежим пару-тройку километров, чем будем понимать снегоход. Две сработки вот. Одна и вторая. Еще часть не можем уже зайти, все замело. Что там? Размотало, нет? Давай там долби как-нибудь. Замерзло? Uh-huh. Завтра мы уезжаем домой. Оторвал? А? А, целиковая. Ну вот, кажется, крайнее, что мы нашли. Все замело. Она сработала, потому мы ее нашли. Остальные заметенные все. А чего там? Что-то есть. Что-то есть. Хорошо. Обратно к снегоходу. Сняли 7 жерлиц из 15, наверное, или 16. Остальные забыло снега. Но ничего, после оттепели вытащим их, видно будет. Сидят вот моряки, один электромеханик, второй механик, я сварщик. Если что, я вообще самое маленькое, самое звено такое, да. Разговариваем о других должностях. Да. Когда электромеханик с механиком разговаривает, сварщик молчит, короче. Вот даже стоя стоит вот посередине стола. Вот, удочки наш друг Дмитрий подарил нам ручной работы. Мне и Михе. Клеймо тут у него даже свое есть какое-то. Так, ничего, красиво. К следующей рыбалке оснастим. Ух ты, блин, что-то не вынимается. Нафиг, потом вытащим, посадим. Оп. Спасибо ему. Удочки от Борисыча. Что-то написано, да? Нет. Ну, какая-то печать, не, ну, непонятно, что написано. Все, в избе прибрались. Сейчас тут еще осталось, немножко мусора вынести. Все, навели порядки. Все вещи все убрали. Запас дров все оставили, как обычно. Вот, дров полно. Там на улице еще. Сейчас запаковываем вещи. И выезжаем к машинам. Выбрались на основной УС. Выехали. Только вчера тащили здесь мотособаку на буксире. Дорога была. И опять все перемело. На озере там такие чудеса творятся. Помятуха, мама, не горюй. Чудеса там, видишь? Да. Сейчас пьем чай и едем к машинам
до машины это осталось километров, наверное, 13. И мы, наверное, зря в лес-то заехали на машинах. Сейчас-то все перемело. Но бензинозапас есть. На одной машине пробьем дорогу без прицепа, потом вернемся за прицепами. Как-то так. Да. Все перемело. К чертикам. Сейчас, наверное, на Ниве надо прокатиться. Пробить дорогу. Ну все, я сейчас проехался, пробил дорогу до нормальной трассы. Сейчас сцепляемся, запаковываемся. Едем, пока ее снова не замело. У нас тут беда, блин, опять. Костян, что-то... Ох-ох-ох-ох. Давайте, что? Все, эвакуация прошла успешно. Костяна запустили. Сейчас уезжаем. Все отлично.